бульваре Менделеева в Мурино ремонтируют тротуар. Казалось бы, полезное дело, но вы видели, сколько тут охраны. Хотя смысл в этом есть, потому что если каждый из секьюрити возьмет с собой по нескольку кирпичей, то сторожить имущество смогут, не выходя из дома. А вы что охраняете здесь? Имущество, собственно. Это вот тротуарную плитку, я так понимаю, и вот этот вагончик, да? А от кого? Никого, просто. Просто охраняйте. 25 я насчитала человек. Возможно. Вас не смущает, что люди не могут ходить? Это же пешеходная зона. Слушай, там сказали, идите там депутатов, друга там, целуйте. Я как бы кучка маргиналов. Не кучка маргиналов. Вот я местный житель, отец двоих детей. У меня здесь бизнес, блин. Местные жители, кандидаты в депутаты. Просто все местные жители, которые проходили, которых мы опрашивали, все против строительства. То есть, на самом деле все, конечно, намного сложнее. Местные жители, которым происходящее явно не нравится, уверены, что это очередное обострение их войны с шаверматорием. Уже по названию можно догадаться об их отношении к перспективам появления торгового объекта. Должны быть здесь были изначально рестораны. Но вместо ресторанов мы получаем кучу магазинов разной направленности, что является незаконным. Вот. И то же самое планируется здесь. Коммерсанты не сдаются. Территория находится в их собственности, и упускать прибыль они не намерены. Что характерно, чиновники в этом споре заняли сторону жителей района. Выносят постановления, судятся. Но даже административный ресурс, похоже, не всесилен. Разрешение на строительство у них отменено. Давно? Со 2 августа. Постановлением администрации. Ну, попытки были, да, зимой 2 раза, и вот сейчас 3-я попытка. Любой житель у меня, думаю, поддерживает комфортную среду. Если бы здесь было действительно приятное заведение, не затрудняющее прохода, радующее глаз, чтобы там присутствует какой-то декор, зелень, где ты можешь с семьей посидеть там и наблюдать свой город в приятной обстановке, то, я думаю, ни один человек не был бы против. Рабочих со спорной территории убрали. К 18 августа распорядились плитку вернуть. Но местные в такую простую развязку не верят и ждут подвоха. Возможно, ночью, как это уже было. Жителям не нравится идея строительства на центральном бульваре большого павильонного комплекса. Они прозвали его обидным словом «шаверматорий». Администрация выписала протокол за нарушение правил благоустройства о том, что не согласовали. Их ждет административная ответственность. Полиция всех работников, которые здесь находились, увезла в отдел, потому что у них не было на руках трудовых договоров и вообще с документами там было непонятно. Возможно, что провокаторы не растащили. Нет. Провокаторы? Ну вы же первые провокаторы. Почему я провокатор? Ну а что ты? Нет, Коля, ну вы ну, что? А что ты в душу влазишь? Кирпич надо? Спасибо вам большое. Видите, я как обещала, все вернула на место. Хотите верьте, хотите нет. Но и на этом 3-я Менделеевская война не закончилась. Рабочие вернулись из отдела полиции и принялись снова разбирать плитку. И это после выписанных запретов, представлений и оформленных протоколов под охраной 30 секьюрити. И недовольный народ снова стал собираться. Ситуация накалилась до предела. И опять спасибо полиции. Вмешались, убедили всех разойтись. Ну и совсем неожиданный поворот. Народ, не дожидая строителей, под вечер решил сам восстановить тротуар. Что дальше, спросите вы? Вот и нам интересно. Ну что, жители восстановили тротуар.
конечно, не очень-то хорошо, но пойдет хоть так, для начала. Там надо будет все равно перебирать все, но вот активность жителей налицо. Потому что никакая рента здесь ничего строить не будет, я надеюсь.